В небольшой мастерской, расположенной в Дубках, с недавнего времени образовался круг современных молодых художников. Антонио Фибоначчи, главный организатор художественного объединения, сплотил вокруг себя большое количество живописцев со всего Одинцовского района. На этот раз он пригласил своего друга Андрея Бисерова, чтобы создать картину для их будущей совместной галереи. За несколько часов на белом полотне появился невероятный, яркий и пестрый пейзаж. Сложно поверить, но эта превосходная картина, нарисованная акриловыми красками, всего лишь третья в коллекции Андрея. Большую часть своей художественной деятельности, а именно 13 лет, он посвятил искусству тату. Кому-то будет приятно на это посмотреть, кто-то получит эстетическое удовольствие. Я думаю, что сейчас в нашей жизни, в нашем мире чего-то прекрасного как раз очень сильно не хватает. Такой максимальный дефицит. Вот, в основном какие-то негативные эмоции, негативная информация, поэтому это как такой своеобразный противовес нашей нынешней действительности. Пусть люди смотрят, радуются, вдохновляются. Стилистика исполнения абсолютно не похожа на традиционную школу живописи. Современные художники называют эту технику «неоориентал». Художественные работы воплощаются не только на холсте, но и на теле человека. Индустрия тату не стоит на месте и каждый раз предлагает любителям нательной живописи новые принципы рисования. Обычным штампованным цветочком из черных чернил сейчас уже никого не удивишь. Декоративная татуировка – это отточенное ремесло, а письмо на холсте – истинный полет фантазии. Мы хотим организовать творческое пространство, где могут современные мастера показывать свои работы, так как их у нас очень много, и мы много где выставляемся, но у нас пока нету своего пространства, только вот эта мастерская, где мы, собственно, все собираемся и здесь делаем выставки. Сюжеты картин перекликаются с японской и китайской мифологией. Из этих древних культур можно черпать и вдохновляться неисчислимым количеством образов и персонажей. Драконы из старинных легенд, фениксы из азиатских сказок, цветы сакуры, воины в доспехах. Неизведанные просторы космических галактик также являются излюбленной темой для свободных художников. На экспозиции представлены и другие удивительные арт-объекты. Вот один из экспонатов нашей галереи. Компьютерный стол, собранный из кучи старых компьютеров, которые мы долго собирали со всех. В итоге он превратился вот в такую конструкцию, которую можно использовать, собственно, и как стол, и как арт-объект. Художники убеждены, что это лишь начало большого общего проекта. В свои силы они верят и надеются на появление в Одинцовском районе современной картинной галереи, где любой художник сможет представить на суд зрителей свои работы. Екатерина Страсветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».